Всем привет, мои хорошие! Сегодня я хотела сделать для вас наряд дня. У меня сегодня выходной, я собираюсь идти погулять. И на самом деле я сегодня вся в таких вот коричневых каких-то тонах. Но у меня вот такое вот платье от DKNY Jeans, которое я очень хотела выгулить, так сказать. Оно у меня висело в гардеробе с прошлой осени, и у меня просто не было возможности его никуда надеть. Но сегодня она так наконец-то выдалась, поэтому я вам расскажу, во что я одета. Итак, начнем с ног. Как обычно, у меня на ногах вот такие сапоги, их мне подарил на Рождество мой муж несколько лет назад. У меня леггинсы, то есть они вот такие вот короткие. Ой, я падаю, не могу держать баланс, извините. Вот, да, то есть видно, вот такие вот они короткие. Потом вот это вот само платье от DKNY Jeans, оно на вот таких вот бретелях. Сверху я надела вот такой вот пиджачок от BCBG Max Azria. Я думаю, что вот эту вот сумку Coach вы, наверное, у меня уже видели 100 раз. Я ее очень люблю. Я беру с собой просто свой кошелек, вот такой вот он у меня красный. Телефон и, наверное, может быть, гигиеническую помаду или блеск. Как обычно, мои часы от Marc Jacobs, мое обручальное кольцо, мое другое колечко, которое я нашла. Вот, значит, макияж у меня сегодня очень простой. Я просто взяла шиммерный такой порошок и сделала, нанесла его на все веко как тени и сделала немножко подводку. На лице у меня Tinted Moisturizer от Physicians Formula и пудра от Sally Hansen. И на скулах у меня Happy Booster Powder тоже от Physicians Formula. И на губах я сегодня нанесла свою помаду от Giorgio Armani. Я подумала, что, ну, наверное, если я ее не использую в этом году, то нужно будет ее выбрасывать, поэтому я стараюсь ей пользоваться. И волосы у меня сегодня обычно не уложены. Я на самом деле стараюсь вот весь этот месяц вообще не укладывать волосы ни феном, ни выпрямлялкой для волос, ничем. Просто хочу, чтобы они немножко, может быть, ожили к лету, потому что летом на солнце они будут выгорать, ну и так далее, вы меня понимаете. Вот, и сегодня я использовала новый шампунь, пробничек, которого мне дали в салоне Aveda. Это шампунь из новой их серии Invetti, по-моему, он называется. То есть, как бы для придания объема волосам и для придания волосам более такой плотной текстуры. В общем, если вам будет интересно, то я на этот шампунь сделаю для вас ревью. Вот такой вот у меня аутфит сегодня. Надеюсь, что вам понравилось, что вам было интересно. Оставайтесь со мной. Всегда ваша Женя.